Форум в Колтышево собрал самых активных и инициативных. Ребят мыслящих, ребят говорящих, ребят, которых волнуют проблемы молодежи нашего района, проблемы молодежи, проблемы вообще в принципе, которые происходят в нашей стране. На молодежном форуме лидерства ребят обучают, как правильно себя вести, как взаимодействовать с людьми, как грамотно представляться окружающим. Тренинги, которые проводятся по 5 направлениям, помогут ребятам найти свое место в жизни и определить свои цели. Ожидания у меня от этого форума очень большие, в том смысле, то, что узнать, познать для себя что-то новое. То есть, например, я нашел уже к себе очень много друзей новых, хорошие люди тут. Нахожусь здесь, грубо говоря, как дома. Такие теплые отношения, хороший, так скажем, вожатый. Мы выполняем какие-то, скажем так, задания, которые нам дают наши кураторы. В основном они связаны на разработку, раскрытие наших талантов, лидерских качеств как таковых, также на какую-то некую поддержку, которую нам оказывают. Она может быть психологической, физической и духовной. В завершении форума, как планируют кураторы, должны быть сформулированы 5 принципов идеологии лидерства молодежи Солнечногорского района. Обозначить их должны сами ребята. Здесь дети очень светлые, очень умные, очень образованные. И мы действительно заметили, что предыдущие лагеря были дети, которых нам нужно было тянуть, нам нужно было как-то вот им подсказывать, как-то их вот выводить. А тут дети все сами знают. Им наводящий вопрос, они сами развивают тему. И от таких ребят кураторы вправе ожидать многого. Так, к примеру, в целях работы форума значится организация молодежного совета при главе района. Он будет заниматься только проблемами, характерными для молодежи Солнечногорья. Юлия Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».